Ох, и до чего ж я эту электронику люблю и обожаю. Возьмешь, бывало, скрепочку, да согнешь ее в колечечко, да припаяешь к этому колечечку микросхемочку какую-нибудь красивенькую. К микросхемочке светодиодик красненький да зелененький. Добавишь фотодиодик, добавишь туда еще один светодиодик, да еще транзисторчик, да еще конденсаторчик, да еще маленький конденсаторчик, ну и резисторов до кучи. И красота получится просто неописуемый шедевр. И знаете для чего? Для того, чтобы любым пультом включать и выключать все что угодно. К примеру, захотелось вам включать и выключать лампочку с помощью пульта, или фонарик, или даже какую-нибудь светодиодную ленту, или даже елочную гирлянду. И все одним пультом. Ведь включать и выключать можно все что угодно, даже зарядное устройство для вот таких вот аккумуляторов. И главное, схема-то этого устройства проще не бывает, взгляните. Главное, что работает эта схема не только вот с таким пультом, а с любым пультом и даже с сотовым телефоном, в котором есть функция пульта. У меня в этом телефоне есть пульт, а значит, я могу включать все это с помощью чего угодно. Телефона, пульта, другого пульта. Короче, пацаны и девчонки, уберем мы-ка всю эту фигню в сторонку, оставим здесь только лампочку с батарейкой и уберем пульт от вот этой вот незадуманной хандейки. Так назову, наверное. Всего-то она состоит из вот такого триода, вот такого конденсатора и двух светодиодов. Конечно, все это можно было присоединить к блоку питания, как это сделано в оригинале. Или на худой конец батареечки рядом расположить, да провода к лампочке протянуть. Но лампочка у меня чудесная, необыкновенная, и батарейки я засунул прямо в нее. Так красивше смотрится. Хотя о красоте не спорят. Не спорят также о желании упрощать. Вот я люблю упрощать. Да, в колечке все это вот такое красивое смотрится. Но ей-богу, лень мне паять столько деталей в такую схему, если я могу сделать все то же самое. Вот так вот, как два пальца обо стол. Но понты понтами, а кусты кустами. Берем-ка мы пульт и давайте-ка мы что-нибудь включим. Вот так вот, чтобы и пульт было видно, и вам красиво все смотрелось. Бах! Включилось. Положим пульт в стороночку, немножко подождем, посмотрим, где там спрятались провода с кнопочками. А теперь бац минус цап. Пум! Выключилось. И лампочка-то яркая, ну батарейки там хорошие, хорошо заряженные. И схема-то простая. А, да, я забыл сказать, что включать и выключать можно с любого пульта с расстояния больше, чем 10 метров. Запомните эту цифру. Сейчас мы ее испытаем. Ради эксперимента к соседу я убегать не стал. Берем-ка мы пульт и побежали отсюда подальше, подальше. Ой, 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 да что же со мной? Уже во как далеко ушел. А она все равно включается и выключается. Причем любым пультом с любого расстояния. Хорошая штука, однако. Себе бы такую. Простые схемы это, конечно, хорошо. А еще проще, еще лучше. И если кому-то показалось, что может включаться только лампочка вот такая, ну, поверьте мне, реле сюда добавить не составит труда. Хоть 5-вольтовое, хоть 12-вольтовое, хоть даже по секрету скажу, на 220 релешки тоже существуют и такую схему управляются. Ничего секретного и ничего парадоксального тут нет. Все делается просто. Все делается на элементарных деталях, о которых я рассказывал, рассказываю и рассказывать, наверное, буду. И показываю, и ведь работает все. И кабы каналы были мои разрешены для учебных заведений, и их там в черные списки не включали, я, быть может, и схему бы показал, и даже пальчиком поводил, и стрелочки нарисовал. Но, увы, это не так. А мои подписчики, и мои друзья, и мои зрители прекрасно знают, как все это устроено, и как я это красиво делать умею. Заходите на мой канал почаще, и будьте здоровы, и живите счастливо, и такие самоделки вас ждут еще не раз. Мальчики, девочки, дамы, господа, маленький постскриптум. Несмотря на веселый нрав, который у меня есть, и веселый тон, которым я все это рассказываю и показываю, кое-какие вещи вы должны уяснить для себя. Да, сделав вот такую безделушку, которая от любого пульта может в триггерном состоянии включать и выключать лампочки, утюги, самовары, в том числе и телевизоры, не забывайте об одном, тем более с 10 метров. Что когда вы захотите с пульта включить какую-нибудь релюшечку, лампочку, управляющую, допустим, утюгом,
а рядом стоит телевизор или холодильник с такой же релюшечкой-безделушечкой, то ваши пульты, естественно, пересекаются. Они тупо включат вам и телевизор, и холодильник, а может наоборот, вы смотрели свой футбол, а жена решила свет включить, она включила свет, а у вас футбол выключился. И битва пультов начнется так же, как и битва полов. Имейте это в виду и знайте, когда, если вдруг захотите сделать нечто подобное. А на этом еще раз пока и до следующих встреч. Кстати, улыбнитесь и живите счастливо.